Я к этой программе не имею никакого отношения, потому что программу делала моя мама. Поэтому если есть какие-то претензии, все претензии к моей маме. Я сказал: мама, сними с меня ответственность. Мне и так дирижировать. Поэтому я хочу, чтобы ты собрала программу, составила программу из любимых произведений нашего папы. Поэтому моя маленькая мама, которой 94 года, сейчас мысленно в Каннах, у нее с нами космический контакт. Считаю, что очень важно для органов власти помнить, почитать, уважать тех, кто принес славу культуре Дона, кто в разные годы своим умением, старанием, талантом формировал наши учреждения культуры и наши коллективы. И потомки должны знать об этих людях.